Всем привет, друзья! Вот есть такой вот масляный заборник, сказать, стоит в квартире, да, в поддоне автомобиля. Ну, конечно, такой очень плохо иметь вот именно с таким куполом, ребят. Вот именно с таким куполом загрязняется быстрее, или когда загрязнится, вообще в дороге станете и уже не сможете. Вот доработанный, такой же в один, просто с болгаркой срезанный. Если у вас похожий масляный приемник, сеточка типа, спиливайте также. Тут вся поверхность рабочая получается. Не в одном месте, да, вот сравните. Один тот же, просто болгаркой спилил. Смотрите, в чем плюс, ребят. Когда спилишь, все проверено было. Когда он стоит вот здесь, в поддоне, вот эта грязь, он так отпущен низко, грубо говоря, с куполом, что именно по центру он только, получается, забирает масло. И всю весь грязь попадает туда за стенки. И обратно, когда ты глушишь мотор, самотеком он уже с сетки не спускается, грубо говоря. Вот так он стоит, набирает прямо именно по центру этого отверстия. То есть, и забивается все изнутри. И то есть, она обратно уже не стечет, даже если у вас загорится давление, забьется. Вы заглушили, и у вас заведется, через 10 секунд опять забьется. И здесь уже выше будет, там же сам купол, он тоже диаметр имеет. И, во-первых, будет по всему кругу брать. По всему кругу будет брать. Если даже вы заглушите машину, уже этого купола не будет. И все, в принципе, стечет все обратно. И не будет брать именно центр грязь. Вот в чем очень плюс, когда вот спиливаешь вот это. Потому что я не знаю, почему сейчас вот они идут все такие сетки. Вот именно этот купол, я не знаю, там вот грязь забивается. И уже пробовал, да, засорялось, все, ты в дороге заглушил, завелся, давление появился, через 10 секунд пропадает. А со спиленным куполком получается, вот эта всю грязь, она если даже забьется, ты заглушил мотор, все это самотеком масло отбивает от сетки, еще хватает на какое-то время проехать нормально. Потом опять можно также все повторять вот с таким сеткой, чем-то. Вот дорабатывайте, если у вас похожий вариант сеток. Ну, на это пока вот хотел с вами поделиться.